Здравствуйте, мои маленькие девочки и мальчики. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, ребята. Сегодня, мои милые, хочу уделить внимание нашим маленьким телезрителям, которые присылают нам свои письма и рисунки. Очень много красивых работ, и все за один вечер мы просто не успеем рассмотреть. Поэтому давайте начнем прямо сейчас. Вот это письмо прислал нам Старостенко Андрюша. Давайте я вам его прочитаю. Здравствуйте, Дуняша. Пишет вам Андрюша Старостенко. Мне 5 лет. Я очень люблю вашу передачу. Мне нравятся ваши мультики. Очень красивая ваша песенка. Очень интересно все, о чем вы рассказываете. Дуняша, я очень люблю зиму, поэтому дарю вам свою работу. Называется она «Воспоминания о зиме». И работу «Весна». Покажите, пожалуйста, мои работы всем ребятам. С нетерпением жду ваших передач. Спасибо, Андрюша, за письмо. Конечно же, мы покажем все твои рисунки нашим телезрителям, а их у нас очень много. Итак, ребята, вот это первый рисунок. А точнее, аппликация. Здесь на картинке беленький зайчик. А еще падает снег и елочки. Красивая работа. Молодец, Андрюша. И мне тоже понравилось. Очень красивая аппликация. Мне тоже понравилась аппликация. Хорошо, вот давайте посмотрим его вторую работу. Это рисунок. Называется он «Весна». Тут, наверное, это снег еще не растаял, а это, наверное, подснежники. Облачка, снег почти подтаял. И солнышко, как тепло. Подснежники распускаются. Вы правы, Андрюша нарисовал раннюю весну. Молодец, Андрюшенька, спасибо тебе за твои красивые работы. Ну а мы идем дальше. И сейчас я покажу вам аппликацию из ниток, которую нам прислал Зиновьев Арсений. Ему 7 лет. Какая красивая пасочка, она украшена. Цветочки какие, пасочка, а вокруг крашеные яички. Как красиво, мне это очень нравится. Замечательная работа, умничка, Арсений. А теперь я хочу прочитать вам письмо Чемезовой Вероники. Вот, послушайте, что она нам пишет. Дорогая Дуняша, я смотрю твою передачу и решила нарисовать свой рисунок. Называется он «Мой океан». Спасибо, Вероника, за письмо. А вот и ее рисунок. Давайте-ка рассмотрим его. Здесь и акула, и водоросли, и маленькие рыбки, а еще медузы, осьминог, морские звезды и морской конек. Да, красивый подводный мир. Молодец, Вероника. А сейчас я хочу показать вам рисунок, который прислала нам Зиновьева Ангелина. Ей 9 лет. Ну вот птички, тут и деревья, и облака, и какое яркое солнышко, и ландыш. А еще Ангелина нарисовала дом, подснежники, деревья, птички, облака. У Ангелиночки получился красивый весенний рисунок «Молодчинка». Ну, а сейчас, друзья, я покажу вам аппликацию, которую выполнила наша Лиза. Расскажи о ней, пожалуйста. А эту аппликацию я сделала из ниток. Я использовала черные, и голубые, и фиолетовые, и желтые, и розовые, и коричневые. Ну, молодец. Это у нас... И зеленые. А как называется эта аппликация? Это называется аппликация... Пчелка. Вот, красивая аппликация, правда, ребята? Спасибо за то, что потрудилась и порадовала нас своей работой. Спасибо всем нашим телезрителям, кто присылает свои рисунки и письма. А сейчас мы смотрим мультфильм. Дели в мою сторону. Нет, нет.
Нет, лучше давай мерить с этого бока. Ляп, гляди сюда. Это что? Тень. Чья? Ну, мое. Новое дело. У меня одна тень, а у тебя две. Почему две? Раз тень, два тень. Добрый день. Я вижу, у вас не делится. Помочь? У тебя без дырки, а мне с дыркой досталось. Ну, в этой беде легко помочь. Пожалуйста. У меня меньше, чем у тебя. Вон насколько. Да, это можно подровнять. Только отъели, нечестно. Что ж, я за справедливость. Ой, у него теперь вон насколько больше, а обещали пополам. Надо уравнять. А теперь у меня меньше, чем у него. Правильно. Вот. Пока на земле не выведутся глупость и жадность, нам, лисам, жить можно. Наша встреча подходит к концу. Напоминаю вам наш адрес. Вы его сейчас видите на своих экранах. Присылайте нам свои письма и рисунки. А сейчас нам с вами пора ненадолго попрощаться. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи. Пусть ваши сны оберегает ангел-хранитель. Вздыхает снова.